Говорит дальше, وَإِذَا سَمِيَتَ الرَّجُلَ تَأْتِيهِ بِالْأَثَرْ فَلَا يُرِيدُهُ وَيُرِيدُ الْقُرْآنِ. Если ты увидел человека, которому ты приходишь с хадисами, но он не хочет хадисов, а хочет только Коран, فَلَا يَشُكْ أَنُّ رَجُلْ قَدْ يَحْتَوَ عَلَى الزَّنْدَقَ. Ты можешь не сомневаться, что этот человек безбожник. فَقُمْ مِنْ عِنْدِهِ وَضَعْهُ. Встань от него и уйди от него, оставь его. То есть это кто? Курааниты, которые сегодня называются курааниты. Так вот, есть единогласное мнение имамов Ахли Сунна, то, что курааниты, кто мульхиды и зандака, то есть безбожники и вышедшие из религии. То есть безбожник, человек куранит, который отвергает Сунну и берет только Куран, человек безбожник не является не то, что он муфтади. Он кто? Кафир, это человек неверующий, по единогласному мнению имамов Ахли Сунна. Дальше. Говорит Ваанам.